вами Шон Ради. Я веду трансляцию из так называемого Дома призраков. Нигде в мире нет столько призраков, как здесь. Дом построили в 19 веке. Хозяйка прожила здесь 8 лет. Сегодня мы проверим первые три комнаты. В каждой в свое время наблюдались паранормальные явления. Это ее дневник! Хозяйка собирала тут неупокоенные души, чтобы создать семью, которой у нее никогда не было. Она продала душу дьяволу. Вытащите меня отсюда! Помогите! Паранормальные явления. Дом призраков. В кино с 20 октября.